Добрый день! Сегодня 21 апреля 2015 года. Я показываю первую половину нашего вывода. Первого вывода. Это те, которые вылупились еще в основном позавчера, в воскресенье. А эти вылупились в основном вчера. Они еще маленькие. У них успехом кормушка не пользуется. А эти уже шустрые. Так. Тут у нас Варя лежит. Вот. Это вчерашние. А вот это позавчерашние. Из 120 яиц вывелось 89. Ну вот, для первого раза, слава богу, хорошо. Вот такие у нас терморегуляторы. Вот наши лампочки. Вот наш брудер, который сделал Алексей Владимирович. Это тетя Любин инкубатор, а наш инкубатор наверху. Мы использовали его как выводной. До свидания. Это я. Если вам понравился этот ролик, ставьте лайк, делитесь этим видео с друзьями, выскажите свою точку зрения в комментариях и обязательно подписывайтесь на наш канал. Впереди будет много интересного и полезного.